Саша, пока это не случилось, ты, пожалуйста, время, времени, дай сколько времени. Можно просить. Сегодня мы рады опять играть для вас. Опять после более чем годового перерыва мы опять выступаем в магазине в культурном центре «Путь к себе». Надеюсь, что так же, как и мы, магазин по нам соскучился и по нам соскучились вы. Сегодня совершенно новая музыкальная программа, которая составлена, в общем-то, не из новых композиций, а из тех, которые никогда или почти никогда не исполнялись на наших концертах, а сегодня они прозвучат по-новому совершенно. Долго говорить не буду, потому что еще впереди много времени, много композиций, о которых можно рассказать о каждой и о всех вместе. А сейчас начнется наш концерт, где-то полтора часа космической музыки. Сегодня не будет никакой медитации, только динамичная полетная музыка. Thank you.
Thank you.
любимое название композиции. Первая «Ночной полет», вторая была после этого «В лабиринтах лунных гор», немножко в более новой обработке. И сейчас, никому неизвестная, вот последняя, это «Сон капитана». Темные коридоры космического корабля. Вся команда спит, на вахте только капитан. Держит курс к далекой звезде, но его клонит в сон, и он буквально на 5 минут сомкнул глаза, и за это время ему приснился сон длиною в жизнь. Как он родился, как он мальчиком мечтал стать космическим пилотом, как он учился, встретил свою первую любовь, и когда он открыл глаза, то увидел себя опять на мостике космического корабля, и звездолет продолжает свой полет. А сейчас «Тайна Марса 3». Thank you.
Следующая композиция старенькая, 85-го, что ли, года написания, «Роганная радуга».
Следующая композиция написана мною в 90-м году еще «Сквозь ночь к мечте». Вот когда после долгих, изнурительных, практических тренировок по вождению космического корабля у вас будут отточены движения, у вас это получится. Ну а нам сегодня вместо космического корабля и штурвала сойдет джойстик синтезатора и, ну, и всевозможные кнопки, которые здесь есть. «Сквозь ночь к мечте».
Следующая композиция, ближайшая родственница, прозвучавшего в самом начале, концерта, композиции «Ночной полет». Ну, ее можно было бы тоже так же назвать, но я рискнул называть две композиции одним и тем же названием, одним и тем же, может быть, словом, но о том же самом космическом корабле, который летал в космосе много-много лет подряд с одной и той же командой, сделали много-много хорошего, спасли несколько планет, цивилизаций, победили космических пиратов, но потом вдруг внезапно исчезли, связь с ними прервалась. И вот в один прекрасный момент на радарах космических станций появился незнакомый позывной. Снова в небе. Thank you.
трудятся, что на нашей планете есть необычные места. Но если строго говорить, то вообще вся планета — место необычное. И находясь здесь и сейчас, вот допустим, в этом зале, вы и делаете не что иное, как просто подключаясь к определенному информационному каналу и видите все, что вы видите. Даже не задумывайтесь о механизме происходящих видений. И так с большинством людей. Все они видят то же самое, что те люди, которые находятся рядом. И по этим видениям можно составить географию нашей планеты, можно сделать карту космоса на не весь какое огромное расстояние. Но в то же самое время в огромном количестве очень небольших, неизвестных, постоянно перемещающихся зон на Земле происходит совершенно противоположное. Можно видеть не то, что видят все окружающие, а шагнув в эту зону, видеть то, что происходит на другом конце космоса или на другой планете. Но беда в том, что эти места нестабильные. Они то появляются, то исчезают в зависимости от каких-то своих совершенно причин. И есть такие люди, которые охотятся, ловцы таких аномальных объектов, ловцы зон связи. Они очень мобильные и очень быстрые. Они успевают в считанные секунды почувствовать, куда переместилась зона, и устремиться туда же. И композиция таких людей — зона связи.
очередной. Нет, этот-то я. Композиция перевоплощения. Ну, с нами это бывает время от времени. Иногда превращаемся не в тех, за кого себя выдаем, или даже за кого себя сами считаем. Thank you.
Следующая композиция называется «Полет к моей планете». Это грустная песня о такой примерно истории. Много-много лет назад вокруг нашей Земли кружил звездолет. И находился там на вахте космонавт, инопланетянин. Он изучал эту планету, рассматривал ее как некий космический заповедник. Здесь жили самые странные существа во Вселенной. Они воевали, дрались между собой, друг у друга воровали, делали друг другу гадости. Но в то же самое время, вот вопреки ожиданиям и удивлениям всех инопланетных существ, которые когда-либо могли открыть эту планету, эти существа не вымирали, а даже размножались и крепли силами, создавая все новые и новые виды оружия, новые изощренные способы обмана, делания гадостей. И таким образом представляли очень большой интерес для галактической общественности. Ну вот однажды этот космонавт увидел приближающийся к этой планете огромный астероид, который, если бы он упал на эту планету, он бы точно уничтожил на ней все живое. Поэтому он, недолго думая, развернул свою космическую тарелку прямо навстречу этому огромному небесному телу и взорвал его, и взорвал себя. Таким образом спас жизнь на планете Земле. А потом, естественно, по всем законам реинкарнации, он родился, но там, где было ближе, здесь, на Земле, и оказался в кругу тех, кто воевал, воровал, делал гадости. И он горько-горько плакал всю свою жизнь и звал своих космических братьев и сестер. И они услышали его зов через огромное космическое пространство, ведь, между прочим, только здесь, на Земле, телепатия не развита, а везде ей пользуются как обычным средством общения, телефоном. И они за ним прилетели, и когда он летел назад на огромном звездолете на свою родину, глядя в иллюминатор и провожая взглядом удаляющуюся Землю, вся жизнь проходила у него перед глазами. Ну, так и у нас бывает, наверное, длинные коридоры, и только в конце свет, пристегните ремни. Полет к моей планете.
последняя композиция называется очень просто «Легенда». Вот и вся музыка. Эта музыка не продается на компакт-дисках, но точно такая же продается
в отделе, который находится там вот немножко назад, немножко левее. В музыкальном отделе магазина «Путь к себе» продаются практически все наши работы, все наши альбомы. Покупайте. Если у кого-то есть вопросы, подходите, спрашивайте. Спасибо огромное магазину «Путь к себе». Заходите на наш сайт nian.ru. Там все новости о нас. Всем удачи, звездного неба. Не болейте. С наступающим Новым годом!